переписка в мессенджере на технологии блокчейн. 31 октября на сайте ведомства по патентам и торговым знакам США был опубликован документ, согласно которому разработчики приватного мессенджера Vickr получили патент на использование блокчейн для переписок. Технология распределенного реестра позволит пользователям вернуться к определенному моменту беседы, если цепочка сообщений прервется. Помимо этого, пользователи смогут создавать чат-комнаты с собственным набором правил. Вся информация о чат-комнатах и транзакциях будет храниться не в устройстве, а на блокчейне, отметили разработчики Vickr.